1000 столичных семей получили продуктовые корзины. Инициаторы благотворительной акции — акимат города и компания «Казак Ойл». Мероприятие провели в рамках марафона добрых дел и в честь праздника Дня Конституции. Саня Якубжасарова продолжит. Для Даны Шапеновой звонок из акимата стал неожиданным, но приятным. Женщина признается, в выходные планировала поход в магазин, а тут пришли с подарочной корзиной. Внутри товары первой необходимости – масло, сахар, мука, молоко. Всего 45 килограммов продуктов. Мы благодарны, что нам вот так помогают, что нас поддерживают, что нас не оставляют. Помощь мы получаем регулярно, праздники. Списки получателей продуктовых корзин сформировали в акимате. Туда вошли и многодетные семьи, пенсионеры, матери-одиночки и жители с особыми потребностями. Акимат города Астаны формирует списки, им помогают волонтеры из Астаны Жастары, и продукты фасуются по боксам, распределяются и развозятся. Мы считаем, что бизнес в любом случае должен проявлять свою социальную ответственность, и мы считаем, что эта помощь действительно нужна, важна, и мы надеемся, что этот пример вдохновит другие компании. Мы и проводим их накануне праздников, чтобы людям было приятно, на выходных привозим. Также очень благодарны, пишут много людей, также лично сам отвозил. Очень благодарны и пенсионеры, и многодетные матери. Когда к ним приезжаешь, смотришь, непередаваемые чувства, как они радуются. Нынешняя раздача продуктовых боксов — седьмая по счету. Это только с прошлого года. В планах столичного акимата и компании «Казак Ойл» еще порадовать астанчан до конца года. Саня Якубжасарова, 24 KZ.